Сам факт того, что нужно написать на английском языке о себе и для чего тебе это нужно, отсекает, к сожалению, 99,9% наших соотечественников. Но те, кто остаются, они просто действительно прекрасные многие. Опыт в Америке оказывается очень положительным. И по-английски есть такое выражение eye-opening experience. Да? То есть это то, что ты потом с собой несешь всю жизнь, и это делает тебя другим. Ты и так уже был другим, а тут еще совсем другим стал. Это очень хорошо. То есть ты становишься другим и меняешь ситуацию вокруг себя. А всякое изменение, оно полезно, с моей точки зрения.